18 августа открылся прямой рейс из Чебоксар в Уфу в рамках пилотного проекта региональных авиаперевозок. В столицу Башкирии самолет будет летать во вторник, четверг, субботу. Время в пути – 2 часа 10 минут. Официальным перевозчиком является авиакомпания «Татарстан». Она уже связала между собой Казань, Киров, Самару и Саранск прямыми рейсами. Полет выполняется на 9-местном легком одномоторном турбовинтовом самолете общего значения с неубирающимися шасси. Напомню, что в соответствии с постановлением правительства России в рамках программы региональных авиаперевозок пассажир оплачивает 50% стоимости перелета. Остальные 50% компенсируют федеральные и региональные бюджеты. Программа развития региональных перевозок, ранее запланированная до 30 ноября 2013 года, решением правительства России будет продолжено до 31 декабря текущего года.